он очень хороший, а главное сохранить вот это вот сыгранность, сохранить здоровье прежде всего, чтобы как можно меньше травм было. Молодцы девчонки, самоотдача великолепная. Видно, что все профессионалы, начиная с, конечно, тренерского штаба, и девчонки все, еще раз хочу сказать, что очень высокая такая вот именно самоотдача. Грамотный разбор в первую очередь команды соперника. Мы смотрели, досконально разбирали, кто откуда больше нападает, куда больше нападает, кто лучше там принимает, защищается. Что получилось, я думаю, наверное, в первую очередь это настрой, желание победить и борьба за каждый мяч. Мы везде по чуть-чуть прибавляем от игры к игре, просто все-таки третий игровой день, это на усталости, это приходится играть на морально-волевых, сегодня нам не хватило. Командный дух, командная взаимовыручка. У нас так получается, что у нас напряженная каждая игра. Четыре игры – это четыре игры очень плотных, жестких по времени, по ритму. И девчонки, так скажем, в массе своей они выдерживают. Это вот позитивно, что мы выдерживаем такой темп, такое напряжение в большинстве случаев.